этом году, как и каждый год, на день рождения компании мы проводим конференцию. Этот год не стал исключением. Нам 13 лет, и это хороший повод для того, чтобы организовать очень масштабное по херсонским меркам мероприятие. Формат нашей конференции немножко видоизменен. Был больше акцент сделан на профессиональную публику. Мы разделили, во-первых, на два потока специалистов. Мы пригласили на панельную дискуссию специалистов с других компаний, менеджмент других компаний, что очень важно для нашего региона. И, насколько я могу сказать, это вызвало очень большой интерес, потому что точно DataArt не является единственным работодателем для этих специалистов в Херсоне. Мы не хотим быть единственным. Мы хотим, чтобы рынок Херсона развивался, чтобы компаний становилось больше, чтобы право выбора было у каждого человека, у молодого специалиста. Если говорить про конференцию, можно сказать, что конференция идет в хорошем формате. Мы разделили QA-поток и development-поток. Мы пригласили спикеров не только с Херсона, не только с нашей компании, а с других городов. Очень много коллег с Николаева, с Киева. Это делает формат конференции, выводит конференцию на новый уровень. И мы надеемся, что в дальнейшем наша конференция будет становиться все серьезнее, а наша компания будет расти из года в год. Каждый год мы стараемся привносить новые форматы в наш уже традиционный IT-Trends Conference. В этом году, конечно же, мы опробовали шикарный, как нам показалось, формат панельной дискуссии. И основную задачу мы ставили все-таки, чтобы не просто прокачать тех айтишников, которые работают в нашем городе или в городе Николаеве, в близлежащих городах, но еще и познакомить их с теми возможностями, которые их окружают, с теми IT-компаниями, где они могут развиваться, работать и совершенствовать себя как специалиста. На панельной дискуссии от IT-работодателей Херсона и Николаева удалось обсудить не только тренды 2020 года по отношению к компаниям и кандидатам, но еще и рассказать о том, какие возможности есть в нашем регионе. Всем привет! Меня зовут Влад Самойлов. Я управляющий партнер продукта Connectable. И сегодня я являюсь участником конференции IT-тренды 2020 от DataArt. Что хочу сказать по поводу того, что я уже увидел, услышал. Спасибо большое организаторам. Это не просто крутой ивент. Это ивент, который несет максимум полезности в практических аспектах, никакой воды. И очень круто, что все спикеры, которых я сегодня послушал, подготовили исключительно практические инструменты. Очень важно, на самом деле очень важно всей аудитории на таких мероприятиях получать только практику, только практические кейсы, ну и применимый инструментарий. Что еще хочу сказать? По какой-то тенденции развития индустрии в регионах я очень рад тому, что мы растем, растет аудитория и растет целевая аудитория подобных ивентов. Спасибо, DataArt. Круто. Здравствуйте, меня зовут Денис Шевнер. Я очень рад присутствовать на конференции DataArt IT Trends и докладываться здесь. Больше всего доставляет то, что в последнее время сильно увеличилась коммуникация между Херсоном и Николаевом. Два города находятся рядышком, и у нас идет активный обмен на IT-опытом, специалистами. Сегодня я из Николаева приехал на IT-Trends конференцию в Херсоне, и буквально через неделю ребята из Херсона, докладчики, приедут на конференцию в Николаеве. Это действительно круто. Такое взаимодействие, обмен опытом, обмен технологиями, они только двигают вперед, только помогают и только развивают.